Всем привет, с вами Андрей, и сегодня я покажу, как я пытаюсь выиграть бакелитовые бусы на аукционе Виолити. Вот сейчас они перед вами. Сейчас посмотрим на другие фотографии. Вот видите, да? Сейчас в данный момент цена 13 433 гривны. До конца аукциона осталось 37 минут. Сейчас обновлю страничку. 35 минут. Также у меня дополнительно открыто, чтобы наверняка выиграть. У меня еще открыто в телефоне. Мало ли вдруг что-то случится с интернетом, с домашним, есть интернет в телефоне, чтобы я мог сделать ставку. И чтобы не проиграл эти бусы. Ну, в общем, ждем конца аукциона. Надеюсь, он будет интересным. Пока просто наблюдаю, обновляю страницу, смотрю, сколько времени осталось до конца аукциона. Сейчас 31 минута. То есть, если сейчас в данный момент я сделаю ставку, то лот среди всех лотов поднимется в самый верх и будет еще много желающих. Лучше это делать на последних минутах. Поэтому наблюдаем. И ждем время до самого последнего. За 5 минут можно начать торги. Пока моей ставки здесь нет. Вот если перейти сюда, можно посмотреть ставочки здесь, кто ставит. Моей ставки здесь нет. Вот он мой логин. Поэтому пока наблюдаю. Если хотите выиграть в аукционе, нужно иметь терпение. И тогда вы обязательно выиграете. Не делать необдуманных ставок. Все делать взвешенно, обдуманно. И тогда успех будет на вашей стороне. А пока ждем. Если у кого-то есть такие бусы. Вот, кстати, я выставляю напоминание на телефоне, чтобы не забыть о каком-то лоте, который я хотел выиграть. Завершим напоминание, потому что я уже здесь, возле компьютера, и жду. Если у кого-то есть такие бусы, можете предлагать мне. Мои контактные данные всегда под видео, поэтому отправляйте фотографии. Будем рассматривать ваше предложение. И вам в этом случае не придется платить комиссию аукциону. Вот такие бусы. Обновляем страницу. Осталось 27 минут. Набираемся терпения. Запасаемся попкорном. Я думаю, аукцион будет интересный. Сейчас обновлю еще раз страничку. Посмотрим, сколько времени осталось. Время осталось до начала, до конца аукциона 19:40. Но я думаю, активные торги пойдут через 15 минут. Пока же тем, кто не знает мой канал. Вот он мой канал, Антиквар ТМ. Вы можете подписаться на него. У нас уже почти 6000
Вот 5951 подписчик на сегодняшний день. Здесь у нас дата и время правильные. Вот они, эти бусы, в которых я буду принимать участие. Также я покупаю янтарь, коралл. В общем, смотрите видео. Здесь много информации. Много информации о том, что я покупаю. Подписывайтесь, дабы не пропустить ничего нового. Вот, кстати, есть мой инстаграм. Если появляются новые какие-то интересные лоты, я их отправляю туда. Смотрите, наблюдайте, ставьте лайки. Посмотрим на страницу аукциона. До конца осталось 18 минут. Ну, пока терпеливо ждем. Так, ну что, наверное, пора обновить еще раз страничку. Кстати, попкорном запаслись. Я думаю, будет очень интересно. И все-таки я надеюсь, что дороже меня никто в Украине не может купить бакелит, поэтому я буду их выигрывать. Обновляем страницу. До конца торгов 14 минут 12 секунд. Пока покажу вам еще свой сайт. Вот он, на нем вы можете почитать различную информацию, что почем я покупаю из антиквариата. Также не забудьте за мой канал. Кто не подписался, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. До конца аукциона 13 минут. Я пока еще свою ставочку не сделал. Сижу, наблюдаю. Но уже весь такой на взводе. Уже начинаю внутри просто кипеть. Мне же хочется выиграть. Это такая своеобразная рыбалка, которая приносит море адреналина. Но, соответственно, не дешевое удовольствие. Поэтому наблюдайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду показывать много торгов, которые я выиграю и проиграю. Ну, посмотрим. Пока ждем. Вот уже тронулся таймер. Время считает обратный отсчет до конца аукциона. Волнение только накипает. Я пока еще не сделал ни одной ставочки. Надеюсь, что никто не будет лот разгонять специально. Посмотрим, за сколько мне удастся его выиграть. И удастся ли выиграть его вообще. Привет моей сестричке Вике. Она, наверное, тоже сейчас наблюдает за лотом. Посмотрим, кто сможет купить дороже. Видео участвуют еще несколько моих знакомых. Привет вам тоже. Не буду озвучивать ваши имена. Ждем. Первую ставку сделаю, когда останется 5 минут. Вот у нас здесь время окончания, плюс 5 минут это антиснайпер. Насколько затянутся торги, пока неизвестно. Ну,
Будем надеяться, хотелось бы, чтобы закончилось все побыстрее. Так, подготовлю все в телефоне. В телефоне тоже все готово. Вот он у меня открыт лот. Вдруг интернет подведет, тогда я смогу купить лот с телефона. Потому что мне их нужно выиграть. Если у вас есть такие бусы, мои контактные данные находятся под видео. Отправляйте мне фотографии. И не придется платить комиссию аукциону. Можете сразу напрямую продать лот мне. Так, до моей ставки 50 секунд. Спешить я не буду, нагонять цену. Буду ставить потихонечку. Обновлю страничку пока. 5 минут 30 секунд. Неудачное время для продавца. Завершение аукциона. Многие находятся на работе. Но, как правило, те, кто покупает такие вещи, они, вероятно, больше ничем не занимаются. Поэтому, думаю, следит. И следит не один человек. Вот здесь написано, следят за лотом 21 человек. Опа, я прозевал время. Ну, ничего, делаю ставочку. Первую ставочку поставлю 13 800 гривен. Подтверждаем. Ага, уже кто-то поставил. Уже стоит 14 150 гривен. Хорошо, поставим 15 500. Делаем ставку. Подтверждаем ставку. Ставка принята. Пока она лидирует. Кто-то ставил 15 тысяч. Вот моя ставка перебила. Сейчас посмотрим, с кем мы сражаемся. А сражаемся мы V-Powell какой-то. Не знаю, к сожалению, кто это. Но будем бороться. Вернемся на исходную. Уже ставка 15 500. Мою перебили. Поставим 15 900. Сделаем ставку. Подтверждаем. Ставка принята. Вопрос, являюсь ли я лидером. Сейчас посмотрим. 15 950 меня перебили. Это все только... еще появился какой-то Славик. Славик, привет. Извините, но я не намерен отдавать эти бусы. Поэтому поставим 17 500 и будем пытаться выиграть. Делаю ставку, подтверждаю, ставка принята. Опа, тут уже 23 800 кто-то лупанул. Ух ты! Вот так быстро иногда растет цена на аукционе. Сейчас посмотрим, кто же это такой ушлый. Екатерина 2. Ух ты! 23 800.
Ну хорошо, Екатерина. Поставлю 24 000. Подтверждаю ставку. Пока лидирую 23 850. До конца аукциона уже работает антиснайпер. По-прежнему 4 минуты. Это от последней ставки будет добавляться каждый раз 5 минут. Будем смотреть. У меня аж ладошки уже вспотели. Мокрые просто. За несколько минут цена выросла на 10 тысяч. Ну, меня пока эта цена устраивает. Двадцать четыре пятьдесят. Випауэл. Ну, будем бороться дальше. Будем бороться дальше. И поставим автоматическую ставку 24 500. Подтверждаем ставку. И моя ставка пока лидирует 24 100. Но напряжение такое, ух. Я думаю, кто участвовал в аукционе и выигрывал аукционы, где он что-то хотел купить, он, ему знакомо это чувство борьбы на аукционе. Сейчас посмотрим, лидирует ли моя ставка еще. Надо периодически обновлять страницу. Пока ставка лидирует, осталось 4 минуты 20 секунд. Ждем отчет времени. Сейчас посчитаю пока на калькуляторе, за сколько мне их выгодно покупать до максимальной цифры. Значит, у них 148 грамм. Умножаем на... И умножаем на 27. Ну, пока я уже дал максимальную сумму. Сейчас будем смотреть. Сейчас посчитаю, до скольки я могу бороться. Так. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы уже на этой ставке выиграть, потому что эта цена уже практически предельная. Зазор остается совсем маленький при оплате таких денег за бусы. Ну, сейчас посмотрим. Отчет времени идет. Осталось 2 минуты 30 секунд. Ну, сейчас, как назло, кто-то сделает еще ставочку. Конечно, не хотелось бы. Хотелось бы выиграть уже за эту цену. Да, напряжение такое внутри, сейчас такое, ух, дикое просто. 2 минуты, всего 120 секунд. Посмотрим, чем завершатся торги. Обновлю пока страницу, а то вдруг глюк какой-то на сайте, я не лидирую. Вот, пожалуйста, тут уже другая ставка, которая лидирует, а осталось всего 2 минуты. Поэтому
Хорошо, что обновился. Так, и сколько ж мне поставить? Поставлю 25 438 гривен. Подтверждаю ставку. Опять сейчас пойдет время. 5 минут будет до конца. Вот видите, время пошло. Опять это работает антиснайпер. Да, на 12 тысяч за каких-то несколько минут выросла цена, несмотря на то, что время завершения аукциона это день. Но это уже предельная цена. Они должны быть в идеальнейшем состоянии. Надеюсь, что они в таком состоянии и есть, потому что фотографий мало. Нигде не показано никаких дефектов. Вот человек пишет, состояние хорошее, реставрации нет, дефектов нет. Ну, попробуем ему доверять и будем надеяться, что это есть на самом деле, потому что цена уже просто космическая. Но опять же, меня пока устраивает. 3 минуты 30 секунд до конца аукциона. Обновлюсь на всякий случай, а то вдруг я уже не лидирую. Ну, пока лидирую. Но еще может все поменяться. Исход аукциона тоже. Три минуты, 180 секунд, ладошки просто мокрые от волнения. Если у вас есть такие бусы, пожалуйста, предлагайте. Ссылка на все мои данные и все мои данные под видео. Там есть ссылка и на сайт, и на один сайт по антиквариату, и на другой сайт по янтарным изделиям и бакелитовым. Поэтому переходите по ссылке, читайте, смотрите, что меня интересует, отправляйте фотографии, после чего вы получите оценочную стоимость ваших изделий, и будем как-то решать по их покупке, в зависимости от того, в каком вы городе находитесь. Если предмет интересный и дорогой, я приеду в ваш город. Если вдруг предмет не сильно интересный, не сильно дорогой, но все равно будет мне нужен, вы можете продать его мне путем наложного платежа с помощью новой почты. Так, а до конца аукциона 1,5 минуты. Обновлю страничку. 1 минута 28 секунд. Я пока лидирую. Очень бы хотелось так и остаться в лидерах. Но посмотрим, как получится. Пока это предугадать, к сожалению, нельзя. Я пока просто просчитываю, что те, кто торгуют на заграничных аукционах, им уже эта цена невыгодная для покупки. Я тоже торгую, но это уже цена не для аукциона заграничного. Это я уже напрямую продаю своим заказчикам, где не плачу никакой комиссии. Поэтому пока лидирую. Итак, 35 секунд до конца. Обновляюсь на всякий случай. Вот, кто-то поставил еще. Время
опять увеличилась до 5 минут. Вот уже идет отсчет, но пока моя ставка лидирует. Моя ставка была, по-моему, 25, там, 300 с чем-то. Сейчас надо обновляться, смотреть, чтобы не прозевать. Бывает такое, не обновишь, думаешь, вроде ты лидируешь, а здесь автоматически не обновилось, и в результате ты проиграл. Поэтому периодически надо обновлять страницу, как это делаю я. Пока я лидирую. А кто ж там поставил? Ага, выпауэл. Ну, извините, я не намерен отдавать эти бусы кому-то другому, потому что они нужны мне. 350, моя ставка лидирует. Проверяю, являюсь ли я лидером. Да, я являюсь лидером пока. По-моему, я там ставил 380. Сейчас, если он сделает еще одну ставочку, значит, мне придется ставить опять. Будем обновлять. Пока моя ставка лидирует. И это хорошо. Ждем опять 4 минуты до конца. Иногда бывают такие аукционы, затягиваются на несколько часов. Но тут, я думаю, все закончится гораздо быстрее, через несколько минут. Потому что цена уже просто запредельная. Уже сложно бороться с такой ценой, если бы не ставили сразу большие цифры, а и шли бы по чуть-чуть, то могло бы затянуться и надолго, так сказать, взять измором, ставить там по 50 гривен сверху, и можно торговаться и 2 часа, и 3 часа, бывает и такое. Но здесь все будет быстрее. Обновлю страницу. Пока моя ставка лидирует. Буду надеяться, что уже на этом все закончится. Уже, конечно, сумма просто космическая, но еще устраивает. Еще небольшой зазорчик есть, совсем небольшой, который я могу заработать. Поэтому надежда, как говорят, умирает последний. Если вам нравится аукцион и наблюдать за торгами на аукционе, где активно идут ставки, как здесь, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях, и тогда я пойму, что вам это интересно, и буду делать другие такие видео. Так, пора обновлять страницу. Осталось минута 50 секунд. Пока я лидирую. Минута 40 секунд. Ладошки влажные. Адреналин такой внутри аж прет просто. Видите, каждому свое. Кому-то нравится участвовать в аукционах, кому-то там гонять на мотоцикле, прыгать с парашютом. Все это адреналин, все это эмоции, ради которых мы живем, дабы их испытывать. Сейчас, конечно, у меня такой выброс адреналина в кровь, будь здоров. Так, до конца остается минута. Обновлю страничку на всякий случай.
Пока моя ставка лидирует, проверю, так ли это. Да, вот он мой ник в рестлинг, что означает на русском борьба, для тех, кто не изучал английский язык. Будем надеяться на лучшее. 30 секунд. Так, тут уже чаще надо страничку обновлять, потому что уже, наверное, видно, что я заметно нервничаю. Обновлю еще страничку. Вдруг не я лидер. Пока 10 секунд я лидирую. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, есть я победитель! Все, лот мой! Так, не забудьте подписаться на канал. Я надеюсь, вам понравились сегодняшние торги. Тут меня уже жена поздравляет, услышала крики. Так, ставьте лайки. Сейчас проверю, я ли являюсь победителем. Да, я являюсь победителем. Я выиграл их за 25 350 гривен. То бишь, я пока остаюсь единственным человеком в Украине, который по самой большой цене покупает бакелитовые бусы. Если у вас есть такие бусы, мои контакты здесь внизу под видео. Пишите, отправляйте фотографии. Буду рад всем ответить на вопросы. Всем пока. До новых встреч.